Ну, ты должен уже подготовиться, потому что я думаю, что такого не было. Как минимум, как заявляет мой гость. И имя ему Артем, данное родителями ему. Мы вообще не переживаем за... Ну, короче, ты перед камерой часто бываешь, это сразу по тебе видно. Чуть-чуть расскажи о себе. Кто ты? Сколько тебе лет? Откуда ты? Где ты служишь? Меня зовут Артем, я с церкви «Поклонная игра». Артем Шевченко. Артем Шевченко, да, это важно. Вот, Шевченко, поэтому я с Украины. Вот, родом из Луганской области. Живу уже в Питере 5 лет. Вот, служу в группе прославления всю свою жизнь. Всю свою жизнь? Ну, практически, да. Вау. Грубо говоря, ну, с детства, получается, я увлекался музыкой. Угу. Примерно лет в 5 я попросил маму купить мне блокфлейту. Вот, и так, можно сказать, началась... Блокфлейта. Блокфлейта, это как флейта, просто она складывается из нескольких частей. Круто. Вот, круто. Да, и, соответственно, так началась моя карьера прославления, можно так сказать. Давай начнем с твоего детства. Да, детство у меня очень веселое было. Вот, если говорить в плане Бога, то очень Бог мне явно сказал, что Он существует в этом мире, можно так сказать. Потому что, как сказать, скажи. В детстве это было мне не особо понятно, но в осознанном возрасте, когда я осознаю все, что со мной происходило, это вообще трэш, ну полная жесть. Типа, я не думал, что у людей такое бывает вообще. И... Еще бы ты думал. Да, еще бы я думал. Моя бабушка, точнее, прабабушка, если быть, да, прабабушка, она была ведьмой. Настоящей. Ну, типа, реально, оккультный мир, вот это все, да, то, что кажется сказки, это на самом деле реально. Вот, и она на самом деле, она рассказывала, что она продала душу дьяволу за то, чтобы она прожила 100 лет на этой земле. И так и случилось. Почти 98. Как мы знаем, что... Дьявол чутка оплачивает. Да, да, сатана, отец лжи все-таки, выполняет свою миссию очень хорошо. Такой на этой земле. Вещь. Да. Не очень. Вот. И как в Библии написано, что все проклятия, а колдовство — это проклятие, оно передается по третье... До четвертого поколения. Вот. Соответственно, ко мне это перешло тоже. Потому проклятие, что, да? Да. Ну, соответственно, я уже как бы в подростковом возрасте я осознавал, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, я не мог быть. Это при том, что ты ДВРовец, правильно? Да, при всем том, что я ДВРовец. То есть, да. И когда ты ДВР, то это не значит, что у тебя автоматически появляется нимб над головой, ты такой весь святой ходишь. Вот это совершенно не так. Могу вас огорчить. И у тебя нет автоматического спасения, у тебя нет автоматического прощения всех грехов. Ну, вернее, оно есть, но ты это еще не понимаешь. Вот, тебе нужно реально... Ты это не принимаешь. Да, ты это не принимаешь, да. Тебе реально нужно встретиться с Богом лицом к лицу, прочувствовать всем сердцем. Вот, и получается, я с этим живу постоянно. И еще потом выясняется, что моя бабушка, будучи жива, прабабушка, точнее, она колдовала, что естественно, потом, как я узнал, для таких что персонажей. Сверхъестественно, да, что сверхъестественно, но естественно для тех людей. А ты с ней сталкивался вживую? Да. Да, я ее помню. Что это был возрасте. За человек? Что это за... Ну, она, на самом деле, очень скрытная была. Она непонятные какие-то вещи производила в свою жизнь. И были какие-то непонятные штуки у нее дома постоянно стояли. Я не знаю, что это такое. Вот, я не помню. Но какие-то очень странные вещи происходили у нее дома. Как только ты заходишь к ней в комнату, то чувствуешь какой-то поток негатива. Тебе прям тяжело дышать. Это очень странно, на самом деле. Твои родители, они знали о том, что, типа, она такая, они как-то ее не пускали в дом или, наоборот, пускали? Ну, на самом деле, старались не контактировать просто с этим человеком. Вот, я очень изредка с бабушкой ездил к ней, когда она уже была совсем в пожилом возрасте, то есть, грубо говоря, при смерти. Вот, и тогда мы ее посещали. Что за детство у тебя было, друг мой? Про твою семью. Как вы, ну, типа, зная вот это все, твои родители как-то молились, как-то... Да, вот, сейчас об этом давай. Когда уже, получается, ну, все поняли, что это такое, что происходит, какие вещи были
А до этого, вот. Ну, как бы... Ну да, до этого было не особо понятно. Вот, до этого она скрывала вообще, ну, что это, над чем она живет и так далее. Ага, вот. Это в какой-то определенный период, да, стало понятно, да? Да, да. Так. Вот, и, соответственно, мама начала молиться, ну и потихоньку Бог начал избавлять от этого всего. Но потом, поскольку я-то не был искренне верующий до конца, то есть у меня не было встречи с Богом. Это, давай сразу же определим, мы говорим про какой период твоей жизни, типа лет 10-12? Ну да, где-то так. Ага. Вот. И, соответственно, я был подвластен всему этому, плюс еще, ну, как, грубо говоря, проклятие на мне. Ты жил, получается, в постоянном страхе или что? Или тебе было, ну, по кайфу? Не, не то, что мне по кайфу, это страшно. Но потом в дальнейшем с возрастом я настолько привык к этому всему, что мне было уже, ну, все равно. То есть у меня было такое состояние, что я, допустим, сплю ночью. Вот, и у меня... Получается, диван, он же раскладывается вот так вот, вот, и вот эта часть, которая выдвигается, то есть она подвижна сам по себе, вот, и там я сплю головой. И когда я уже уснул, у меня крепкий сон, и она начинает просто вот так вот трястись, вот, я начинаю уже психовать, ну, то есть не то, что мне страшно, а я просто злюсь от этого всего, то, что меня это уже достало, вот, я просто переворачиваюсь на другую сторону и продолжаю спать. Вот, да, и происходили всякие такие разные вещи. И потом, когда уже выяснилось, от чего это, кто источник, что происходило в этой жизни вообще со мной, с моими родителями и так далее, в основном со мной, то мама начала молиться, вот, вся семья начала молиться обо мне, вот, и начали происходить болезни какие-то во мне, то есть у меня, я начал очень часто болеть, у меня полностью почти перестали расти волосы. Да, брови даже не росли, то есть вообще, короче, ничего, никакая растительность. Это 10-11? Да-да-да. Так. Вот. Мы Они очень много... выпали, в смысле? Да, все? Просто выпали и не росли. То есть просто ничего, я ходил лысый. Вот, мы ходили по врачам, то есть никто, просто абсолютно никто не мог это вылечить. Просто мы приходили к врачу, он ставил диагноз, это лечили, и это не излечивалось. Просто очень много врачей пытались меня как-то исцелить, вот, и ничего не выходило абсолютно. И потом в какой-то момент просто позвали домой пастора нашей церкви, вот, и он просто помолился. И все, да? И все прошло. Вау. А до этого, ну, типа, почему до этого не позвали? Ну, я не знаю, на самом деле. Я просто, ну, я был маленький, я ничего не понимал, поэтому... Просто происходили такие вещи, вот, и слава Богу, что пришел пастор, помолился, и все просто чудом ушло. Вау. Как ты, наверное, будучи верующим, знаешь про власть верующего, ну, теперь, или не совсем? Что мы можем запрещать сатане, что мы можем... Не, ну, конечно, да, если у тебя есть на самом деле реальные отношения с Богом, и ты знаешь, кто это, и он реально живет в твоем сердце, вот, то сатана просто... беспомощен в таком случае. Ну, даже, да, но... даже вот когда оккультисты, сатанисты и так далее, они хотят какие-то вещи воспроизвести в твою жизнь, то если ты реально христианин, то они просто не могут это сделать. По факту, да. Ну, как бы на тебе Божья защита. Вау. Ого. Да. Чего-чего, а я ожидал от этой программы, так это не это. Да, потом еще могу рассказать, как у меня была такая прям прямая встреча с Богом. Да, вот это было в 14 лет примерно где-то. И так получилось уж, что мои родители, они, ну, у них был какой-то конфликт в жизни очень большой. Вот, и дело дошло до развода. Вот, то есть они хотели развестись, не жить больше не вместе, потому что там происходили какие-то разные вещи. Угу. То есть они уже съехали друг от друга, они не вместе. Примерно где-то чуть меньше года они жили раздельно, практически не общались. Ну и для меня, как для члена полноценной семьи, мне это было больно. Вот, очень сильно. У меня были, в принципе, хорошие отношения и с папой, и с мамой. Вот, поэтому для меня это было очень тяжело. Вот, и... То есть было уже, грубо говоря, все потеряно абсолютно. И в какой-то момент я просто встал на колени и говорю: «Господь, если ты реально есть,
и вот это все действительно происходит, то просто сделай так, чтобы мои родители больше никогда не ссорились, они жили снова вместе, и тогда я посвящу тебе свою жизнь. То есть я буду все время ходить в церковь, служить и так далее, то есть, несмотря на то, что со мной происходит. И на следующий день я возвращаюсь со школы и смотрю, стоит знакомая тачка во дворе. Вот. И папа приехал, просто помирился с мамой. Ни с того, ни с сего. Просто вау. За один день вот так вот. Вот. И все такое. Да. Ну и с тех пор я реально как бы я увидел, что Бог реально существует, даже несмотря на те вещи, которые происходили тогда, потому что я не осознавал этого всего до конца. Вот. Это то есть тот момент, когда я реально пережил встречу с Богом, можно и так сказать. И ты посвятил, да, свою да. жизнь. С того времени были у тебя отступления или ты все время как бы находился в служении с того времени? Ну, в основном, да, все время я был в служении. Даже ну, несмотря на то, что у меня происходили какие-то разные вещи в душе, на сердце, то есть тяжелые моменты, я падал, соответственно, как человек, потому что мы все грешны. Как Зак? Да, примерно как Зак. Вот, и мне было тяжело, и в те моменты, когда мне тяжело, я просто признавал это и говорил, что я прохожу вот такой вот момент сейчас в своей жизни. Вот, то есть это нормально, когда ты признаешь, что ты упал, и выставляешь это на люди, чтобы они могли тебе помочь, потому что зачем иначе церковь? Церковь – это семья, те люди, которые могут тебе помочь, те люди, которым ты можешь просто прийти, рассказать все, что угодно, и там не будет никакого осуждения, только Божья любовь и так далее. Они просто тебя примут и помогут тебе. Спасибо тебе. Все, дорогой зритель. Если хочешь, ну, отправь этот ролик друзьям. Если ты смотришь его на телевизоре, тогда просто попроси повторить это в эфире или напишите. Нет, нет слов, я просто ухожу из программы. А ты сиди здесь. Ладно? Все. Всем спасибо.